Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы сегодня снова, наверное, поиграем в Game Miner 2. Повыполняем еще задание С. Копать будем. Басик выбираем. Изи. Вот, кстати, в предыдущих версиях игры вот уровни сложности Medium и Hard, они изначально закрыты. И чтобы их открыть, надо набрать определенное количество звезд. В этом режиме, потом в этом режиме и так далее. Здесь такого, в этой версии уже такого не надо. Звезды просто влияют как бы на твой рейтинг. И все. Я решил не добивать эти звезды. Ну, как курсор вы видите, эмулятор глючный совсем какой-то. То вылетает, то зависает. Так. Короче говоря, экстра работники, блин. Можешь ли ты собрать $250? Короче, нужно собрать $250, чтобы выполнить это задание. У нас пока нет ничего. Извините. Тут кругом этот газ, блин. Короче, собираем сокровища вот эти. И все. Довольно скучное задание, где надо просто собирать сокровища. Да что-то с горлом у меня сегодня непонятное. О, люблю, когда вот Rich Sim. Это денег дает. Что в инвентаре, кстати, есть? Сканер один есть, это хорошо. Ну и все, первую партию собрали. Так, и сколько же мы заработали? Ну, мы немало заработали. Чуть-чуть возьмем и пойдем дальше. С лестницами экономно надо, бутерброды тоже экономно. Так, наверх, ну наверх не полезу пока, потому что лестниц, возможно, не хватит. Да, как мы пролезли прям туда, блин. Так, мы просто... Здесь копаем вот это вот бауксит, блин. Алюминий. Что-то там, блин, я по-английски не шарю.
Так, здесь нет ничего. Ну давайте сканер вас используем. Тут внизу есть еще проход. Ну ладно, давайте. Твою мать. Офигенно, звук пропал. Офигенно. А, нет, все, возобновился. Да дурацкий эмулятор вообще какой-то. Нокс. Блустакс, по-моему, даже так не лагал. Ну, по крайней мере, я не помню, чтоб такое было. Сколько мне лестниц еще понадобится? Много. Поэкономнее надо относиться. Так, дальше вниз не копаем. Ну вот еще сверху. О, хорошо. Ладно, давайте залезем сюда, почему бы нет. Я боюсь, что лестниц может не хватить, чтобы выбраться отсюда. Все. Больше сокровищ не влезет. Ну и все. Задание мы уже, можно сказать, прошли. Сейчас нам кучу денег дадут. Все, все, мы выполнили. Выполнили, да. Отлично, отлично, говорят. Что-то у меня сегодня с горлом не то, по-моему. Работа дня, кстати, называется. Задание, блин. Lost. О, Lost. Вот это одно из моих любимых заданий. Вот это задание. Мне нравится. Где это я? Тут... Кнок, что-то на голову мне я. Короче, надо найти путь выбраться отсюда. Вот это задание интересное, потому что тут целый лабиринт. Надо, короче, просто взять и... О, как далеко подняться туда. У нас целых 60 штук лестницы. Это немало. Нам хватит. Копаем наверх. О, лестница упала сверху, прикольно. Это означает, что мы идем правильно. Так, еще одна табличка наверх. Можно подняться по этой лестнице, но там ничего не будет. Я помню, я смотрел, там ничего дальше нет.
Так, не обращаем внимания, пока энергия полностью не закончится. Только после этого едим сэндвич. Падает табличка сверху. А давайте съедим. Почему бы нет? Почему бы нет? Так, выход здесь. Допрыгну? Эх, не допрыгнул. Ладно, давайте еще раз попробуем. Ну-ка. И нет. И не, нифига. Еще одна табличка наверх. Ты, блин, посмотри, как много. Ну и выход, вот он, наконец-то выход. Фу, наконец-то. Наконец-то я выбрался, короче, я всегда буду брать с собой кучу лестниц, я так понял. А может и нет. Тин Майн. Что значит Тин Майн? Собери $200. Да не слушай его. Нехорошо деньги так себе собирать, а то вдруг у тебя лестниц еще не хватит. Ну почему? Компромисс, что-то там, блин, я в английском не так хорошо шарю на самом деле. Куча всего, в чем я не разбираюсь. Короче, надо собрать $200. Еще одно скучное задание. Ладно. 12 минут всего прошло. Это совсем немного. Мы еще одно задание выполним. А с другой стороны тоже, наверное, лифт. Или нет? Короче, вот такие вот штуки собирать будем. Тин. Называются они... Стоп. Так, снизу есть еще. А еще есть. Ого, нифига, сколько их тут. Просто копаем дальше, пытаясь что-нибудь найти. В инвентаре, кстати, что есть? 2 сэндвича есть, сканеров нет, ну и пофигу. Давайте туда. Прокопаем проход себе до лифта. Чтобы не тратить лестницы. Ну, а заодно найти еще какие-нибудь эти штуки. О, смотрите-ка, какой шахтер тут есть. Темнокожий. Не... Так, короче, новые туннели. Ты никогда не узнаешь, что ты там найдешь, что ли, бля. Все, я дальше не могу копать.
Все? Забился инвентарь. Я не помню, поскольку дает сокровища, до которых мы собираем. Так, потом в следующий раз пойдем направо. Может, там что-то есть. По 7 всего дает. Да, мы так будем дольше немножко собирать. Сохранить прогресс-то чисто, чтобы здоровье себе пополнить, бля. Теперь направо пойдем. Тут лестницы всякие. Ну и, конечно же, вот эти вот штучки тут тоже есть. Будем, короче, туда копать. Наверняка там что-нибудь найдется. Ну да, конечно, найдется. Вот оно. Да блин, сколько я уже прокопал, блин. Чё, всё нету, что ли, больше ничего? Да, что-то на правой стороне мало этих сокровищ. Хотя нет, вот я нашел еще. Так, поехали. Я думаю, этого еще не хватит для того, чтобы выполнить задание. Ну, хотя кто его знает. Нет, надо еще пособирать. Конечно, надо еще пособирать, блин. Фух, да. Ну ладно, хорошо, что тут всего 200, а не 250. Так, пойдем налево. Слева больше их. Так, налево мы ходили. А где еще сокровища? Внизу, что ли?
Ну, сверху еще разве что есть. Еще вот здесь есть. Ну, давайте, ладно, туда поедем. Почему бы нет? Что тут я не вижу. Еще там есть сверху? Да, есть. Так, ну и там еще несколько есть. Покопаем там и пойдем уже назад. Задание, где надо собирать деньги, скучно. Вот интереснее, где там воду надо откачивать, например, или как предыдущее задание. Вот это интересно. Да, там реально есть задание, где надо откачивать воду. Там и еще там целая куча заданий всяких разных. Еще я где-то читал в отзывах, что есть задание, где надо летать на шаре. На воздушном шаре, серьезно. Но это, наверное, в каком-нибудь из покупных паков. Ну и все, мы выполнили это задание. Что у нас дальше? Флут. Я не знаю, что это такое. Что тут дальше? Вулканик. Вулканик — это, кстати, одно из заданий, которое было в бесплатной версии. Мы его проходили с вами. Айсмен. Ледяной чувак. Giving Back тоже было в бесплатной версии. Иранс. Я помню, что такое, что за задание Иранс. Там надо было очищать эти подпорки от грязи, от микробов. Leaky Mine. Там что-то с лепестком, по-моему, связано. Walkway Trial. Вот это задание Walkway Trial довольно-таки сложное. Там $1000 надо собрать. Temple. Охота на динамит. Вот это тоже сложное задание, я его с трудом прошел, когда играл. Один браслет. Overrun. Такие вот задания у нас в легком режиме. Ладно, на этом закончим. 23 минуты на это все потратили. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.